Спорт день за днем представляет проект «Территория спорта день за днем». Санкт-Петербург – северная столица российского спорта. В каждом районе города есть площадки и арены, которые способны удивить. Мы расскажем, где можно полноценно тренироваться, не отходя далеко от дома и от места вашей работы. Существует стереотип, что парусный спорт – один из самых дорогих и недоступных в мире, ведь спортсмену приходится содержать не только себя, но и целый корабль. А уж занятие яхтингом с детства многим кажется совершенно недоступным и чем-то нереальным. Между тем, в Санкт-Петербурге работает Академия парусного спорта, где дети могут обучаться бесплатно. Им предоставляются яхты, оплачиваются сборы, организуется вся необходимая инфраструктура. Этой школе уже больше 10 лет, и она не единственная в Петербурге. Есть еще ШОР по парусному спорту «Крестовский остров». Конкуренция между школами создает хороший микроклимат среди юных питерских яхтсменов, побуждая их к здоровой конкуренции. В свое время Санкт-Петербург выбрал парусный спорт одним из приоритетных спортивных направлений для города. Это, естественно, редкий выбор для российского региона, но совершенно естественный для морской столицы. Обычно дети обучаются парусному спорту с 7 лет, однако существуют дополнительные курсы для самых маленьких, вплоть до 4-летних карапузов. Выпускать их в открытое море, конечно, рано, поэтому они тренируются в надувном бассейне и изучают основы морского дела на берегу. Проникаются морским духом. Конкурс в парусных школах очень большой, поэтому регулярно проводятся дни открытых дверей, где родителям объясняют, как лучше подготовить ребенка к морскому делу. Отбор здесь действительно жесткий. Из 100 и даже 150 детей отобрать могут, скажем, 30 счастливчиков. Проверяется общая физическая подготовка, проводится собеседование. Парусный спорт максимально доступное, но очень серьезное занятие. Случайных людей там нет и быть не может. Совершенно не обязательно, чтобы юный яхтсмен планировал всю жизнь связать именно с гонками, с гоночными регатами. Существует множество сопутствующих морских профессий, которым тоже учатся с детства. В первую очередь, конечно же, кораблестроение во всех его разновидностях. Кстати, для Санкт-Петербурга это очень перспективное направление. Еще несколько лет назад в городе начали со скрипом возрождать массовое кораблестроение, а в связи с нынешними торговыми войнами его уже просто придется возрождать. Ребенку не обязательно сразу привязываться к одному классу яхт. Он может попробовать все, вплоть до виндсерфинга и кайтов. Опять же, со скрипом, но курорты для этих видов спорта в России тоже создаются. Несмотря на климат, который, конечно, посложнее, чем в океане, в плане этих занятий. Отдельная категория фанатов парусного спорта – это те, кто уходит в историческое конструирование. Это именно они собирают по воссозданным чертежам парусники и галеры, а иногда даже восстанавливают настоящие, чудом сохранившиеся старинные корабли. Особо живучий корабль может прожить больше 100 лет, сменить множество стран и хозяев, обойти весь мир, а после реставрации все еще выглядеть как новенький. В Санкт-Петербурге несколько яхт-клубов для всех, желающих связать свою жизнь с морем. Нужно только захотеть и не бояться тяжелой работы. We'll be right back.